Бить. Помните его удар в перекладину. Вновь в атаке Беллерин. И вновь передача, и вновь голевая. Жиру забивает вот то, о чем я говорил. Не дотянулся до мяча. Но все равно он из тех, кто не обращает внимания на свою неудачную игру. Он все равно ищет возможность забить. И очень часто забивает. Ах, какой пас со своей половины поля. Шведой в направлении Беллерина. И тот демонстрирует высшую футбольную математику. Какая геометрия.